самые странные законы Европейского Союза. А вы знаете, что во Франции запрещено называть свинью Наполеоном? В Италии вы можете приходить на венецианские пляжи с собакой, только если это не твоя собака и ты сам не являешься собакой. В Германии запрещено ударять своих собак по ночам. В Испании, в Барселоне запрещено голосовать на муниципальных выборах, если вы живете на улице и имеете собаку. В Швеции, в городе Стокгольм, запрещается прыгать с обручем вокруг посвященного огня. В Греции, в Афинах, запрещено прямое солнце на зимних Олимпийских играх. В Португалии, в Лиссабоне, запрещено разговаривать по мобильному телефону в общественном транспорте. В Финляндии, в Хельсинки, нельзя собирать друзей в своем доме во время обеда в воскресенье. В Австрии, в Вене запрещено вести голубей на поводке. В Ирландии, в Лимерике, есть закон, в который разрешает группам людей идти по улице только по кругу. В Швейцарии, в Цюрихе запрещено покупать одновременно только один презерватив. В Греции, в Афинах запрещено выносить на улице мусор в нерабочие дни, а также писать в парках. В Испании, в Мадриде запрещено гладить белье на балконах в выходные дни. В Великобритании запрещено помирать в зданиях парламента. В Швейцарии, в Цюрихе запрещено мыть автомобиль в воскресенье. А еще в Испании запрещено не только заниматься сексом в автомобиле, но даже целоваться.